Хорошо. Ну, наконец-то. Ключ от арсенала. Так, ну и давайте выходить отсюда. Да. Ребят наших порвали просто в капусту. Так, давайте-ка закроем дверь. Так, и что, нам сюда? Открыто. О, тут у нас Томпсон. У меня ощущение, что кто-то рядом бегает. Несколько динамитных шашек. Такая вещь всегда пригодится. Ой, ой-ой-ой. Это что такое? Блин, ну почему ты не можешь взять все, что надо, а? Опа! Ой! Тихо-тихо, не шевелись. Фу, блин, да... Да вы чё пугаете-то так? Так, там... А я же закрывал дверь, и это не помогло, да, судя по всему? Так, и что мне делать? Закрыто. Охереть, вас порвали-то, ребята. Ну вы даете. У вас же было оружие, как вы умудрились? Так, и что, куда мне теперь, собственно, с этими шашками динамитными? Или что? Да, динамит, хватит устроить небольшой взрыв. Что мне надо взорвать? Сейчас будем разбираться. Будем разбираться. Закрыто. Это что за люк? Закрыто. Не совсем понимаю, где я нахожусь, честно говоря. К сожалению. Ага, палуба. Дверь заперта. И не просто заперта, она еще и... А, может... Дверь заперта. А, нет, похоже. Дверь заперта. Не просто заперта, такое ощущение, что по ней с той стороны ударили, я не знаю, чем-то очень большим и сильным. Так, ты уже не поворачиваешься, мы тут газ выключили. Или пар, скорее пар. А это что такое? Приводной механизм служебной лестницы. Его заклинило. Да блин, что ж сегодня, слава богу-то, а? Ой, блин, я пугаюсь уже этих штук. А, погодите-ка. Ну-ка, 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 давайте-ка назад. Так, а тут у нас что? Давайте-ка поднимемся, посмотрим, что у нас здесь. Я тут еще ни разу не был. И не представляю. Ну, здесь, судя по всему, ничего нет. Я зря проходил. Ну ладно, будем знать. Вот этот как-то у нас выделяется очень уж явно. Но пока что задачи у меня иные. Возможно, туда надо было динамит положить, но я хочу применить его тут внизу. Не думаю, что мне нужно сейчас это использовать. Так, ну понятно. Вот сюда вот, если его... Потому что я вижу там... Мне нужно его чем-то взломать. Динамит не подойдет? Ух ты, блин! Ой-ой-ой, давай-давай, быстрее, братин, давай-давай! Я сейчас сам, по-моему, без чьей-либо помощи этот корабль на запчасти разберу. Но, тем не менее, у нас тут успех. Успех — это хорошо. Так, а куда это мы идем? Очень мне интересно. Да, с кораблем случилось нехорошее. Какой-то склад. Схема корабля, аптечка. Ломик. Я даже знаю, куда его применить. Там люк был у нас. Но сначала мы сохранимся. Хорошо.
Что у нас здесь? Опа, ребят, вы Ничего живые? Ничего себе! Как ты сюда попал? Узкая вентиляционная шахта, несколько шашек динамита и небольшой взрыв. Идиот! Единственный способ удержать их снаружи — запереть выходы. Ну что ж теперь поделаешь-то? Ох, как тебе нехорошо, братья. Что ж поделаешь, такова жизнь. Не что поддается. Не поддается. Забаррикадировали. Закрыто. Ой. Какого черта? Ой. Почему экран тел? А, все понятно. Блин, да что творится? Вашу мать. Переключение на запасное питание. Наверное, двигатель отказал. Замечательно. Вот теперь все просто отлично. Советую тебе сходить и разобраться. Погоди, почему это мне? Ты что, обкурился? Ты инженер, ты и чини. Я в корабельных двигателях ни черта не смыслю. Ни за что. Эти чертовы твари тут повсюду. Я уже пытался достать сварочный аппарат из грузового отсека. На нас напали. Боже, все было так быстро. Выжили только мы с Полом. Нам пришлось запереть там Барри. Возьми ключи. Если у нас будет сварочный аппарат, то можно хотя бы заварить двери. Знаешь, так у нас будет еще немного времени. Ты мне дал сварочный аппарат? Или как? Ой, ключ. Да-да-да. Трусливая ты свинья. Какая же ты трусливая свинья? Что ж ты за инженер? Вот Айзек Кларк. Инженер так инженер. Ты слабо через весь корабль пройти, ремонтировать там, потом идти туда, убить 1000 некроморфов. Это я понимаю, инженер, а ты тряпка. Так, где у нас тут был люк? Давайте-ка достанем пушку. Оп. Сюда мы, похоже, не пройдем. Так, ну и что? Что нам надо делать? Может, эту покрутить? Дам еще спар. Так, так, тихо, тихо, тихо. Что-то, по-моему, лучше не стоит этого делать. Так, да подождите. Вот так. Так, сначала нам нужно, ребят, найти сварку, а потом уже разбираться с этим движком. Так, что у нас тут? Как я это не заметил сразу. Куда это ведет? Мне, конечно, не сюда, но давайте посмотрим хотя бы, что да как. Так, ну понятно. Надо будет включить ее. Ладно, потом разберемся. Короче говоря, судя по всему, вот эту хрень надо будет заварить. Трещина там. Так, нам сюда. Ой, ой, ой. Это я что, туда иду, что ли? Так, ну-ка, давайте-ка сохранимся на всякий пожарный. Люблю это сохраняться. Дневник одного из членов команды. Да ты гу... Хорошо. Так, и давайте спускаться вниз уже. Найдем эту газовую горелку сварочную. Открыто. Так, да, это здесь была эта тварь. Надо быть осторожным. Ага, ага. Что-то тут шевелится. Так, здесь у нас фрагментированные куски тела. Это, конечно, вдохновляет. Но не затем мы сюда пришли. Так, что у меня по оружию-то вообще? С Томпсоном хожу, я им практически не пользуюсь, а между тем... Ой, это рука. А между тем, довольно мощный автомат. Ух ты, блядь! Ск...
Скотина. Откуда ты взялась, блин? Ну, конечно, да. Ну, пугает, но не так сильно, как игры в свете проходимых мною сейчас. Condemned, который я только закончил, Амнезии. Call of Cthulhu уже, конечно, не такой страшный. Но, тем не менее, такие моменты, конечно, пару кирпичей уронить можно смело. Так, ну и что? Давайте разбираться, что же нам делать. Сдается мне, надо повернуть там вентиль. Потом быстро подняться сюда. И заварить там эту хрень, что ли? Или подождите, а этот вентиль что делает? Я смогу пройти вообще, нет? Ага. Ага, вон оно что. Мне даже не надо включать будет вентиль сначала. Сейчас мы сразу ее заварим. Если получится, конечно. Будем на это надеяться. Ой-ой-ой, не падай. Только не падай. Этого нам только не хватало. Так, сейчас я опять, наверное, поврежу себе что-нибудь. Да-да-да. По-моему, я понял, в чем дело. Да я уже давно понял. Если корабль пойдет дальше, надо это починить. Я-то уже давно понял, Джек Уолтерс. Хорошо. Какие у нас спецэффекты навороченные. Ну, прям Crysis 2. Ну да ладно, мы решили эту проблему. И я собой очень доволен. Так, теперь можно включать, собственно, движок. Но для этого нам надо сначала спрыгнуть сюда. Хорошо. Теперь что? Сюда спустимся. Так, ну и что? Алло, гараж. А, мне, наверное, там теперь надо повернуть. Обратно. В исходное положение вернуть. А то тяги не хватает. Будем надеяться, я прав. И будем надеяться, спины никто меня не укусит. Ну? Ну? О, движок заработал. Так, ну что, можно возвращаться или мне там опять надо? Ну что, инженер, откроешь мне дверь? Слава богу, вы вернулись. Слава богу, ты пришел. Он дал мне ключи от грузового отсека, но больше от него помощи можно не ждать. Да он вообще говно какой. Не буду я с ним говорить, он поганый трус. Да-да-да, точно. Молодец, Джек Уолтерс, ты меня поддержал. Так. Давай сюда, нам нужно заварить двери. А ты уже отъехал, похоже, да, братень? Так, заварить двери. Он дал мне ключи от грузового отсека, но больше от него помощи можно не ждать. Ну и чё? У другого входа я слышал какой-то шум. Они пытаются сюда пробраться. Делай что-нибудь. Ух ты, блядь. Ну ладно. Ладно, хоть предупредил. Ты чё, как, в порядке вообще? Чё, мне наверх, что ли? Туда я, чувствую, уже не выйду. Закрыто. Да-да-да. Ох, сохранение. Сохранение, это хорошо. Чё, и патроны, да? Аптечка. Так, чё у меня со здоровьем-то, кстати говоря? Со здоровьем у меня всё хорошо. Так что аптечка нам не понадобится. Ладно, записываемся. Так, ну что, мы, собственно, поднялись уже в то место, откуда, собственно, и воевали в самом начале этого уровня. А нет, мы на мостик поднялись. Чё ж я туплю-то? Мостик, мостик. А нет, все-таки на палубу. Мне показалось, что тут мостик. Так, и что, тут у нас ошметки тел членов команды, разломанная дверь. Что мне тут надо делать? Ой.
Ой. Как? Какого хера? Эй, чё? Ты кто такой вообще? А, посмотри, этот гондон дверь за мной запиливает, да? Чтоб я не смог вернуться. Ах ты трусливая сволочь, ёлки-палки. Ну сейчас тебя порвут, скотина. Получи, мразь. Это тебе за все. Какого хера? Это что происходит? Блин, к пушке быстрее. Давай, 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 братень, давай. Это кто это? Этот Дагон, что ли? Тихо, тихо. Так. Блин, меня сейчас порвут просто. Ай, давай в угол. В угол прячься. Так, мне надо подлечиться, похоже. Давай быстрее, Джек Уолтерс. Сейчас он спереди вылезет, нам надо быстрее. Ой, ой. Блин, да что-то нереал какой-то. Давай спереди вылазь. Опять ты тут. Давай спереди, давай. Вперед лезь. Да что ж такое? Охереть, ты что со мной творится-то? Так, встанем сюда, будем опять лечиться. Что-то у меня ничего не получается. Я не пойму, как его убивать. Да блин, да ты везде достаешь, а? И чё, я опять порванный? А, ну ладно, всего пока хватает. Чё делать, как бы? У меня оружие просто так такой скорости не поворачивается, как он вылазит. Да блин, харе. Фу, он меня убил. Так, ну, я не могу сказать, что понял, что с ним надо делать. Давайте попробуем еще раз. Так, интересно, ту скотину можно застрелить, чтобы он дверь не запиливал? Блин, мне не помешало внутрь, конечно, прятаться в такие моменты. Да-да-да. Я знаю. Так, это мы пропустим бэкспейсом. Спасибо комрадам, которые мне подсказали, что это можно делать. Так, сейчас ты налево вылезешь. Блин, он не поворачивается, это нереально.